Местный колорит. В городском краеведческом музее открылась новая выставка, организованная Союзом художников Ямала. Все представленные экспонаты – высококлассные образцы национального декоративно-прикладного творчества. Первыми посетителями выставки стали дети и взрослые из детской школы искусств. В зале музея царит полная тишина. Посетителям выставки дают время познакомиться с экспонатами и подробно изучить авторов каждой работы. После начинается рассказ об искусстве и традициях Севера. В тему погружает известный на Ямале мастер и художник Андрей Вахрушев. Он обращает внимание на уникальность работ Союза художников арктического региона. Акварель, батик, резьба по дереву и кости. Декоративно-прикладное искусство. Ямайские мастера показывают таланты в разных техниках. Мы встали как раз вот на вот этом красивом фоне. Вот эти вот одежда красивая, сразу можно сказать, вот это и есть искусство, потому что каждая вещь, она здесь выбрана, отобран цвет, отобран количество орнамента. Все очень вкусно и хорошо сделано. Но еще очень важный момент, что это традиционная одежда, в которой ходили люди вот на этой территории 100, 200, 300 лет назад. Одежда ханты и ненцев привлекает внимание аудитории. Традиционные костюмы изобилуют мехом и специальными украшениями. Широко представлены аксессуары. Тканевые сумки украшают бисер, северные орнаменты. Подробный экскурсовод рассказал об изделиях из бересты. В этом капризном материале мастерам удалось передать уникальность узоров, которым более 2000 лет. Самое интересное, что за 1000 лет технология обработки бересты не поменялась. Как был вот это вот обшивание, как вот был он согнут и собран, вот точно так же художники стараются передать это мастерство, и художники так делают. Отдельное место занимают картины художников. Резное деревянное панно рассказывает об исторических событиях, которые происходили на Ямальской земле в 1800-х годах. Рядом так называемые платки, выполненные в технике акварели и ручной росписи по ткани. Северные орнаменты, шаман и подводный мир выглядят как настоящие. Посетители выставки и юные лабытнанские художники впечатляются увиденным. Мне было очень интересно посмотреть на все работы. Больше всего мне поразили цвета, которые использовали люди при создании всех картин. Они настолько яркие и разнообразные, что даже присутствуют ядовитые цвета. Желтые, оранжевые. Они, наоборот, создают солнечную атмосферу и у тебя очень хорошее впечатление от выставки. Тут очень красивые картины. Мне они очень понравились. И тут красивые орнаменты, нежные цвета на некоторых картинах. Тут красивая одежда. Лабытанги стал первым городом, где представлена выставка «Искусство и традиции». С мастерством Союза художников Ямала можно познакомиться в городском краеведческом музее до конца февраля.